Алиса, где мы? В бассейне! Чупакабаю! Вау, какая горка! Так выглядит бассейн в деревне. Деревенский бассейн? Где вообще нету всякие бурбулки, шмурбулки. Вон там зона для детей. А это... это горка. Давай! Короче, Алиса угорает уже 25-й раз съезжает. Горка классная очень для детей, вообще супер. И не страшная, и одновременно страшная. Короче, вон там огромный бассейн, типа, ну, просто плавательный, сплошные препятствия. Да. Здесь маленький? Да. Давай, сюда. На старт. Внимание. Марш. Алиса, я быстрее. Я устал. Сауна. Что мы делаем? Варимся? Джакузи, ну что, 2-3 раза? 3 раза, еще 1 раз, ну короче, 5 раз катуса и домой. А вот и наша джакузи.